Всем огромный привет, это Ашан, город Екатеринбург, меня зовут Ирина. Находимся мы с вами в отделе с постельным бельем. Очень удобно теперь разместили все, можно сказать, почти как в Икее, которая покинула нас. Ну, почти вот-вот уже покинет. Эх, ладно, не будем о грустном, начала же бодренько, давайте продолжим. В общем, удобно сейчас рассматривать, сразу же понимать вообще, что вы трогаете, что вы приобретаете. Допустим, этот стенд сатин, здесь все представлен. А в этом комплекте будет пододеяльник на молнию, полностью 100% хлопок. И данные комплекты имеют шелковистый отблеск. Они очень мягкие на ощупь, ну и, соответственно, у них будет комфортный сон. Вернее, у вас будет комфортный сон, если вы их приобретете. Итак, это наша марка, которая создала Ашан. То есть фирму такую можно приобрести только в Ашане. Ну и сделано это в России. В общем, вроде все плюсы расписала под очень громкую музыку. Теперь давайте пощупаем, посмотрим. Также, видите, сейчас все это достали, чтобы можно было понимать вообще, что вы приобретаете. Расцветки не сильно яркие, более даже такие нежные, что ли. Вот это красиво. На ощупь все плотное. Как они и пишут, мягкая на ощупь, шелковистый отблеск, пожалуй, разве что в первой очень хорошо просматривался, в этих я этого отблеска не заметила. Как же они орут. Открыть все не получится, даже близко не получится. Но давайте хотя бы посмотрим по характеристикам. Вот, например, комплект двуспальный. Пододеяльник на молнии, 100% хлопок, шелковистый отблеск, простой в уходе, удобство в глажке. Сейчас мы его возьмем. Ага, ткани. В принципе, насыщенные, яркие. Это, видимо, тут наволочка. Я хотела посмотреть количество нитей, где указано, чтобы можно было сориентироваться по плотности. Нигде характеристики таких не нашла, не увидела. Просто написано, обладает повышенной плотностью. Не пропускает перья из одеял и подушек. Так что, к сожалению, все мы с вами их не рассмотрим. Будем просто ориентироваться цена, ну и внешний вид, который на картинке. Блин, что же здесь так громко? Здесь даже поговорить с телефоном-то спокойно не дадут. Очень громкая реклама, агрессивная. Красивый, да, орнамент? Слон тут. Как мандалы вот эти. По 4000 идет за комплект. Это евро, это уже больше. Размеры также все указаны. Вот одна штука, пододеяльник одна штука, наволочки 2,50 на 70. Ну и в принципе так на каждой упаковке цены. Двухспальный 3,800 и выше. А евро 5,600. 6 есть тоже очень красивый. Мак и сатин вообще. Сейчас еще обратимся к верху, где выставлены на ощупь. Но они же не будут вот, понять, хрустит, не хрустит. То есть как ткань вроде мягкая, мягкая, нежная, нежная. То есть плотная, в принципе, плотная. Пониже бы эти модельки сюда. От сатина сейчас идем к твил-сатину. Еще немножко картинок посмотрим тут. Такая двуспалочка за 4000. Теперь твил сатин. Здесь, кстати, больше шелковистого отблеска. Простой сатин, видите, он более простой в уходе. Мне кажется, в глажке более поддается. Твил сатин, честно говоря, вообще не знала разницы. Я думала, сатин и сатин. А все они комплекты мягкие. Вот никакой ни жесткости, ни твердости, ничего. Вот это вообще нежнейший. Пододеяльник на молнии. Стойкий цвет, шелковистый отблеск. Что по ценам? Если мы берем такой интересный дуэт, где два пододеяльника, 3000 заплатим по размерам. И здесь уже 70 на 70 наволочка. Гуляю по Ашану, даже не верится, что не зайду в Икею вообще. И знаю, там многие скажут, ой, не переживайте, ушла Икея, ушла, и хрен с ней.
Ну как-то вот из всех, кто там от нас ушел, Икея очень жалко. Так, по 2300 идет с полуторки. По 2300. 2700 уже двуспальный комплект. Тоже вот один, как вот он сзади будет смотреться. За 2300 полуторка. Вот такая ткань. Комфортный сон, 100% хлопок, стойкий цвет. Дуэт 3500. Поплин это уже детский вариант. 1857 полуторка. 100% хлопок. Распродажа Леди Баг 1300 полуторка тоже. Страйп сатин. Ранфорс там, Ранфорс бязь. Бязи очень много. Но тут только простенькие наволочки, то есть по отдельности. Очень прочный, стойкий цвет, простой в уходе. Наволочка 70 на 70, 400, страйп сатин. Кто-то, видимо, пытался открыть, тут пощупать. Шуйские ситцы, это город Иваново. Город Шуй, Ивановская область. Вот такая наволочка 50 на 70. На резинке вариант 1449, 200 на 140. Все однотонное. Угу. Простынь. Да? Полуторка 900, я думала, это евро. Странно, это вилсатин. На резинке 1449. Комплекты поинтереснее все-таки. Вот там есть что поразглядывать. Очень прочный, мягкий на ощупь. Удобство глажки с заботой о вашем сне. Вот что мы сейчас с вами рассматриваем. Мне кажется, этот вариант более тонкий. Это которые были в Икее, где вот такое низкое количество нитей на квадратный дюйм. Ну, не просвечивает. Уже радует. Вот они. При обнаружении бесхозных вещей или подозрительных предметов не трогайте. Сообщите об этом сотруднику службы безопасности или любому сотруднику магазина. В целях нашей безопасности на территории гипермаркета ведется видеонаблюдение. Тоже вот комплект. Очень прочный, мягкий на ощупь, удобство глажки. Но если очень прочный, может, оно и показалось, там такое более тонкое. Тут, кстати, ничего яркого. Голубое, такое бежевое, коричневое, синее, серое, все. По 249, 70 на 70, 219, 50 на 70. Бязь. Тысяча 700 полуторки. Далее двуспалки 2,99 на 2,100 евро 2,400.
Дуэты по 2900, там идет два пододеяльника. Место сейчас у меня уже заканчивается, поэтому предлагаю попрощаться на вот этом каждый день. Это вообще... Вот это марка Ашан, это, по-моему, самая доступная из доступнейших. Но сразу понимаете, сразу смотрите, она просвечивает, эта ткань. Марка каждый день, если что, полуторка за 1000, двуспальный 1300. Благодарю за внимание, желаю отличного настроения и до новых встреч. Уважаемые покупатели, оплата пластиковой банковской карты доступна в полном объеме во всех наших магазинах и при покупках онлайн. Обращаю ваше внимание, что возможны технические сложности при оплате с помощью смартфонов и других мобильных устройств.